Раз. Раз, два, три. Раз. Оп. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три. Добрый день, друзья! Спасибо, что собрались. Хочу сразу предупредить и напомнить, кто не в курсе. У нас не политическая акция. Мы не призываем ни за кого голосовать. Не скандируем разные кричалки. У нас сейчас диалог. Спасибо. И сейчас у нас, по-моему, есть какие-то другие города на включение. Сейчас мы выводим Винницу. Они будут видеть нас, а мы их. Винница, здравствуй! Друзья, прошу извинить маленькие технические неувязки, вы сами понимаете. В 21 веке живем. Ребята, друзья, хочу сказать вам спасибо, что вы... Слышно и видно во всех городах.
Киев слышит? Киев слышит? Киев, привет! Киев, как у вас настроение? Киев, привет! Привет, Киев! Привет, Киев! Ты нас слышишь? Еще раз. Одесса, ты нас слышишь? Одесса вас слышит! Обалденно. А Днепр? Киев, нет звука. Девочки, ниже шаг. Днепр. Харьков на связи. Привет, Днепр. Винница, Киев, Одесса. Харьков, привет из Одессы. Привет. Ура. Нам на связь выйдет Анатолий Шари. Привет. 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 Я понимаю, что сейчас видеосвязь с разными городами Украины. Немножко расскажите об этом. Что вы? Телемост прямой с городами и с Анатолием. Одесса, Харьков, Днепр, Киев и Винница. А то есть во всех этих городах был автопробег? Нет, автопробег был только у нас. В Киеве был. В Киеве был? Расскажите, какие у вас сейчас эмоции? Только позитив. Только позитив. А если чуть расширение? Восторг, позитив. Я не знаю это описать. А расскажите, почему вот вы сегодня здесь? Потому что поддерживаю Анатолия полностью. И хочу, чтобы он его полетел. А в чем именно? Вот какие идеи его вам близки так? Борьба с предыдущими, закон, загон и его, то, как он освещается объективно. Что думаете по поводу того, что суд запретил Анатолию Путину? Суд разрешил, ЦВК запретил. Ну, это беспредел. А можно развернуть? Что вы по этому? Ребята, ну, я надеюсь, что меня хорошо слышно. На самом деле, я стою... А может, вы меня сейчас не слышите? Я не знаю. Слышим, Одесса слышит. Сейчас, просто мы тут уточняем у команды, слышно или не слышно. Смотрите, вы там стояли, ну, достаточно долго, не потому что я хотел, чтобы вы постояли достаточно долго, а потому что у нас технические были всякие нюансы, и это уточняли. Чтобы вам было понятно, я отказался сидеть, общаюсь с вами, и я тоже стою. Вот. Я слышал, конечно же, что вас всех туда собрали по 250 гривен за час, поэтому давайте еще отработаем часок, заработаем по 500 и пообщаемся, надеюсь на обратную связь. Также я хочу вас, во-первых, всех поблагодарить, потому что это просто сумасшествие. То, что сейчас происходит в Украине, вот то, что мы смогли сделать, это, я считаю, сумасшествие со знаком плюс однозначно, потому что такого еще не было. Нигде такого не было. Мне пишут из Франции, мне пишут из Германии, мне пишут из Норвегии и говорят, что у нас, если бы такое происходило, об этом бы говорили все. О нас не говорят все, о нас говорят все, но знаете, как на уровне кухни, на уровне улицы, ну то есть на... Вот между людьми все общаются, а на самом деле на каналах нас нет, вы это знаете, нас нет на эфирах, нас нет даже в рейтингах за 10 дней или там за 9 дней до выборов, нас нет в рейтингах, они нас не ставят в рейтинги. Против нас ополчилась тупо вся долбанная система, объединились те, которые были непримиримыми врагами против нас, потому что мы являемся якобы сосредоточением зла. На самом деле, посмотрите друг на друга, мы являемся сосредоточением добра, радости и миролюбия, потому что мы очень миролюбивы, и мы наконец-то хотим объединить всех не ненавистью, не тем, с чем нас разъединяли все эти 5 лет, а чем-то единым. Я уверен, что это возможно, я уверен, что такое может быть. Я с вами общаюсь
без бумажки, я с вами общаюсь от сердца, потому что я сам бы себя не уважаю. Это мы 5% поднимем то, 6% это, мы сделаем то, это. А я вам просто говорю, что мы постараемся сделать так, чтобы вы управляли страной. Я хочу брать Стас ответственность, я хочу, чтобы вы этим управляли. И вы сейчас вышли не за Шария, по-любому, вы сейчас вышли за себя. Я абсолютно убежден, что вы выходите для того, чтобы иметь возможность что-то сделать в этой стране. 30 лет, ну сколько можно? Ну реально, сколько можно? Я уверен, что нам надо стремиться к тому, чтобы следующие 5 лет нас не нагибали. Нас, это я говорю, меня тоже. Вы видели все, ну, я уверен, что практически все, которые здесь находятся, они уже ознакомились со своим скромным творчеством. Вы видели, как меня гоняли эти 5 лет? Они выдумывали все, что угодно. Они готовы были открыть еще 10 уголовных дел. Они готовы были меня спрятать ниже уровня земли. Мы пробились, мы прорвались. Знаете почему? Потому что у меня есть вера. Потому что я верю в то, что я делаю. Если бы я не верил в то, что я делаю, у меня ничего не получилось. Мы здесь долбанные фанатики. Вот эти вот люди, которые со мной, они такие же практически, как я. Люди, которые у вас там стоят, актив, они такие же тоже. Мы как дети, и при этом, знаете, ну, я считаю, что мы очень умные и намного честнее, чем те, которые сейчас находятся в Раде. Вот. И я еще могу много чего рассказывать, но хочу еще от вас, хочу услышать, да, ваши теперь, что вы хотите мне сказать. Включите звук, друзья. Киев, вопрос. Киева, меня слышно? Хорошо. Я слышу себя, и все меня здесь тоже слышат. Мы тебя, Ноль, не слышим. Это если что. Как принято. Хорошо. Дима, у нас есть вопрос к тебе. И Дима первый его задает. Толик, привет. Вопрос такой вот от нас всех. Думаю, что если бы я был холодный, если бы я был продуманный, если бы я хотел, я приду туда, замучу там вот это, сделаю это, ну как все приходят туда, для чего они туда приходят, да? Если бы мы не были этими фанатиками, а, с нами бы так не боролись, плевать было бы всем на нас, б, такое количество людей не поверило бы мне, людей из разных регионов, людей с разными мнениями, людей, которые мои некоторые мнения даже не принимают, некоторые агрессивно не принимают, но здесь они объединяются, потому что они... Вариант, который, если мы потеряем, то не скоро, возможно, у нас получится еще раз. Звук включен. Привет, Анатолий! Одесса! Привет! Это супер! Да, у нас есть вопрос! Здравствуйте, Анатолий! Меня зовут Данил. Я хотел спросить, вообще много вопросов, наверное, у нас, у одесситов, но в контексте нашего сегодняшнего мероприятия особо важным, мне кажется, вопрос о гражданской самосознательности. Смотрите, уже порядка 30 лет, к сожалению, в Украине живут очень умные люди. Рядом со мной и рядом со всеми нами во всех городах живут очень умные и очень добрые люди. Я это говорю без доли сомнений в моем сердце. Но сложилось так, что за последние 20 с лишним лет почему-то нас умудряются... Самосознание, да? Первое, я согласен абсолютно, что в Украине живут умные люди. Более того, эти люди еще и умеют работать. Более эти люди, да, вот я пытаюсь сдерживаться, потому что много детей. Я хочу сказать, пусть эти люди хоть раз в 5 лет для вас что-то сделают. Принимайте с благодарностью. Деньги дают, берите. Берите, без проблем. Я больше того скажу. Я вам сейчас анонсирую, меня все города, да, слышат? Я вам сейчас анонсирую одну штуку, которую я не говорил. Смотрите, у нас есть агенты Шария, да, сейчас. Так вот я вам могу сказать, почему мы так, ну, с запозданием начали набирать агентов Шария, которые будут наблюдателями.